изучать арабский в Сарове, да еще и вживую с носителем языка. То, что еще год назад казалось невообразимой фантастикой, сегодня реальность. Несколько месяцев назад команда студии иностранных языков Language Bridge пополнилась новым и весьма необычным наставником. Ахлан ва сахлан бикум. كل عام وانتم بخير بمناسبه العام الجديد من يزبط احمد يا برباديو عربي اي انجليزي في школа International Language Bridge. Ахмед родом из Египта. В Россию приехал 10 лет назад. Встретил здесь свою любовь, женился и вместе с семьей 2 месяца назад осел в Сарове. За плечами у Ахмеда учеба в одном из старейших университетов мира Аль-Азхар, который основали одновременно с крещением Руси больше 1000 лет назад. В 2003 году он получил диплом бакалавра гуманитарных наук и педагогики. Поэтому, оказавшись в Сарове, без долгих раздумий пошел работать по призванию и уже набрал первые группы. Кроме родного арабского и ставшего почти родным русского, Ахмед владеет еще 2 языками – английским и французским. Он с радостью готов поделиться знаниями и уверен, что учить языки под силу каждому было бы желание. Ну, арабский язык как любой язык. Если человек хочет язык учиться, ну, значит, учится. Ну, арабский язык только чуть-чуть в грамматике тяжело, ну, так как любой язык. Пока Ахмед только начинает занятия, в соседнем классе ребята вовсю готовятся к Новому году. И даже не подозревают, что это самый настоящий урок. В студии иностранных языков Language Bridge прекрасно знают, как заинтересовать малышей. Конечно же, игрой. Сейчас, например, они наряжают елку попутно, впитывая английские слова и выражения. It's a star. It's a star. Okay, very good. Star. Star. Преподаватель Олеся Гончарова работает в студии иностранных языков Language Bridge с момента ее основания. Как и ее коллеги, нашла дело по душе и полностью посвятила себя призванию. Девушка воплощает в себе редкий тип наставника, который получает от занятий не меньше удовольствия, чем сами ученики. Я думаю, что самое главное – это то, что ты можешь передать свои знания детям. Мне очень нравится работать с маленькими детьми. Они всегда восприимчивы и изучают язык в игровой форме. В этом году студии иностранных языков Language Bridge исполнилось 6 лет. За это время она прошла путь от маленького помещения с одним преподавателем до флагмана в сфере образовательных услуг. Сегодня в стенах школы занимается почти 300 человек. Дети и взрослые изучают английский, немецкий, французский, испанский, китайский и арабский языки. А опытные наставники всегда рады новым лицам. От лица школы Language Bridge International поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам счастья, здоровья и успехов. А также ждем вас на занятия в нашей школе. Студия иностранных языков Language Bridge работает по адресу улица Садовой, 68/1. Более подробную информацию можно узнать по телефону 4-7101 или на официальном сайте www.langbr.ru.